Поехала, мамочка, тур по городам. Всем привет, с вами Миша и Илья, а также специальный гость Гелен Сергасов. Всем привет. Вот специальный стаканчик, у вас уже есть такой стаканчик? Миша, мы не сотрудничаем со Старбаксом, закрой рот. Короче, до момента, как мы начали снимать это видео, мы снимали видео на мой канал, которое вы можете посмотреть, кликнув на ссылку в описании, подписаться на мой канал. И ребята немного выпили виноградного сока, поэтому они не могут рассказать, что мы сегодня будем делать, поэтому расскажу я. Итак, сегодня мы будем играть в игру «Угадай видеоблогера», помимо того, что мы будем угадывать видеоблогеров, также блогеров можете угадывать и вы, потому что мы не писали ничего на листочках. Считайте, что это второй выпуск на канале Кирилла Черкасова. Я хочу начать. У меня даже есть идея. Всем привет. И сегодня новое видео. Я сегодня пью вкусный чай. Я где-то развалился. Кирилл Черкасов. Это Миша Шевелев. Нет? Очень вкусный чай, так без рекламы. Ты что, Саша Спилберг? Короче, если что, это Дима Ярмузевич. Просто Миша показывал это до того, как мы начнем видео, поэтому это не прикольно. Да. Так, теперь я. Всем привет! Всем привет! И сегодня мы снимаем видео. Да. Кто это? Это типа жалкая погода на Илью и Мишу. Один серьезный, а другой несет какую-то иноти. Да. Это ребята с канала Биброс. Да! Они такие крутые, я их обожаю. Если я их увижу в жизни, просто дам каждому. Но пока жизнь меня еще с ними не свела. А вы, ребята, кто такие? Что вы делаете в моей комнате? Жизнь нелегкая штука. Да, сегодня жив, а завтра нет. Мне нечего делать, у меня очень мало подписчиков. И сейчас я буду смотреть более популярных блогеров, у которых за короткое время набралось больше подписчиков. Включаю Кирилл сейчас. Блять, какой же ты ущербный. Ты Маша Шатрова. Маша Шатрова. Включай Виброс. Какие они ебаные. У них подписчиков меньше в 3 раза, чем у меня, но просмотры столько же. Да, вы правы. У меня есть длинные волосы. Ты Юля Пушман. Нет, но у меня есть... Который за фотошоп. У меня есть скулы, я разговариваю мужским голосом, потому что... Ты Житковский. Мне в детстве не сделали... Любарская? Не, ты должна угадать. Ты Любарская? Ребятушки, нет. Мне не убрали кадык из рождения. Как мне простит Миша? У меня не растет гуд, но у меня шок еблеси. Ты Любарская? Любарский. Валера Любарский. Валера. Мое имя было Валера. Прости, Валера. Если ты смотришь это. Ладно. И я тупая, меркантильная шлюха. Так, таких много, давай. Чуть-чуть жанку. Я самое охуенное. У меня видосы просто обалденные. Я делаю все по жизни правильно, но меня почему-то никто не слушает. Знаете, как трудно быть умной и как тяжело быть умной? Это просто ужасно. Нет, я не пью. Я за здоровую Россию. Ксюша, это Ксюша, да. Прости, Ксюша. Прости, Ксюша. Прости, Ксюша. Понял. Прости, Ксюша, но тебя здесь нет в этом видео. Как она видео в фане? Она есть на видео в фане. А толку-то? Не нужно долбаться прям в дерьмо. Здесь. Ко мне вот здесь потуши затягивать. Ты Рома Желудь? Я еще не начал. Я умею петь! Ты каждый видеоблогер? Да, все видеоблогеры. Как бы ты показал Катю клэп? Я бы перекрасился в белое обратно. Уже красился. Лето! Чёрный белый! Ну ты не смотри это видео! Катя, привет, если ты смотришь. Ты уже снимаем?
Камера, мотор. Это Илья шевелёк. О, быстро, па. Обожаю. Всем приветики, ребят. Сегодня я расскажу вам, как быть натуралом. Ну, в общем, никак. Вот моя сумочка из 21 Shop. Я поеду, пожалуй, в путешествие по городам. Подожди, мы не понимаем, кто это. Сейчас. Я не Sony Ericsson. Обвисшие груди? Кирилл, кто это? Кирилл Черкасов. Шнеля, шнеля, без арбайтен, шнеля. Поехала, мамочка. Тур по городам. Двойной чизбургер. Гигтейстинг. Мантию дай. Вот ваша мантия на заказ. Мантия-невидимка, на такой тема же недостатки. Они не помогают. В общем, это моя мантия, она сделана на заказ. На 25 тысяч она скрывает все мои недостатки. И подчеркивает мои достоинства. И снимает YouTube. Это уже не будет видео. Это будет видео. Но видео в фане не будет. Кто это, дети? Мистер Икс Манти. Мистер Икс Эксель. Икс Эксель. Я не знаю, может на этом закончить? Нет, ты последний. Я точно не добавляю друзья, так твой пока. Давай, мне есть себя загадка. Мне есть загадки, кто. Всем привет. С вами я. Я снимаю для вас видео. И ты живешь в LA? Я уехал от вас. Обалденно показывает. Короче, понимаю. Меня сейчас никто не смотрит, я поэтому уехал. Хлоя, теперь ты не... рифму не могу подобрать, слишком тексты глупые. Надо еще щуриться, чтобы все прям круто. Одет в майке, но майка осталась в LA. Сейчас я могу взять для вас гитару. Сейчас он что-нибудь сыграет, наверное. Мои тексты слишком для маленьких девочек, а это же вы есть. Ты не понял? Ощуриться побольше. Закрой глаза и снимай. Слишком охуенно, чтобы смотреть себе вот туда, поэтому буду смотреть вот туда. Илья, ты пока что-то охуенное, не сразу угадывать. Давай ты это вставляйте обязательно. Это Ирис Крайзен? Жесть. Подожди, и что это? Это выкидыш азиатки бомжихи. Спасибо, Миша. Итак, наше видео подходит к концу. И мы надеемся, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте пальцы вверх. И оставляйте ваши комментарии, угадали ли вы видеоблогеров. Которые. А также мы сняли обалденное веселое видео на канал Кирилла. Его, это видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. Вот, и также подписывайтесь на канал Кирилла, если вы его не знаете. А может быть и знаете, но если вы не знаете... Но все равно подписывайтесь. Там мега охренительное видео, если у вас тоже дислексия или проблемы с орфографией, красноречием. Переходите по ссылке, смотрите то охрененное видео, потому что я тоже выговариваю букву Р, и эти на гандалаке. Не забудьте подписаться на наш канал. С вами были Миша и Илья, а также Кирилл Черкасов. До следующей недели! Всем пока! Вот такую, блядь, я не снимаю. Можно выжать ему? Ты... Ты что? Хватит! Ёлок, идиот! О, фак! Он выжил лимон.